28 апреля православные христиане встретят Радоницу – День памяти усопших. Одна из главных народных традиций на Радоницу связана с посещением могил умерших родственников. Но в этом году из-за ситуации с коронавирусной инфекцией установлен запрет на посещение кладбищ. 28 апреля будет рабочим днем. Дорогие братья и сестры, в этот день я прошу вас с пониманием отнестись к тем мерам, которые предпринимаются нашими властями и которые связаны с ограничениями, в том числе с ограничениями доступа на кладбище. Я понимаю, что сложилась устойчивая традиция в этот день идти на кладбище и поминать усопших сродников. Но обращаю ваше внимание, что церковная традиция предполагает в первую очередь молитвенное поминовение душ усопших. Во всех храмах будут служиться божественные литургии, на которых будут возноситься особые поминальные молитвы. И также будут служиться в храмах панихиды, и вы можете всегда прийти и помолиться о своих усопших сродниках. И это будет для них гораздо полезнее, нежели если вы просто придете на кладбище и постоите у могилы.